сейчас. Азербайджанская долма готова. Мясной фарш в процессе варки смешивается с соком и вкусом виноградных листьев, и получается незабываемое вкусовое сочетание. Хочется есть и есть, а особенно со сметанно-чесночным соусом. И, конечно, никогда азербайджанский стол не обходится без свежих овощей, зелени, лука. Вот такая красота у меня получилась. Я лично долму обожаю, просто готова каждый день ее есть. Это мое самое любимое блюдо. Если понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и хорошего настроения!